В штабе казаков этим утром многолюдно. Почти 80 человек пришли на вакцинацию от гриппа. Для казаков это необходимость. Находясь во время патрулирования в постоянном контакте с людьми, они попадают в зону риска. Этот опыт мы уже проводили еще в прошлом году. Казачья дружина была привита. По анализу, который я совершил, за больничные листы, кто болел когда, по сравнению с предыдущими годами, процентная ставка, процент заболеваемости снизился на 15%. То есть меньше казачьей дружины сотрудников стало болеть, поэтому было принято решение провести вакцинацию и в этом году. Эпидемия гриппа – явление ежегодное, и самое опасное здесь не столько само заболевание, сколько осложнение после него. В этом году ожидается нашествие сразу трех штаммов этого вируса. И главное здесь – профилактика. Вакцина «Савигрипп» успешно справляется со всеми. Вакцинация очень хорошо продвигается. Большую часть организаций мы уже привили. В первую очередь это у нас было, естественно, медики, образование. Сейчас вот казачество дошли. Осталось у нас немножко организации. Для успешного преодоления эпидемиологического барьера необходимо привить не менее 40% местного населения. Сейчас на очереди сотрудники санаторно-курортной сферы и работники торговли. Вакцинация продолжится до середины ноября.